Сергей Лазарев, которому и так нет равных в танцевальных номерах, на этот раз тоже исполнил свой хит в сопровождении «Проливного дождя». Без ярких номеров не обходится и сольное шоу артиста. Именно поэтому награда за самое яркое концертное шоу в этом году – его. Сейчас не каждый делает шоу, а мы действительно много сил потратили, времени и денег, что же греха таить, для того, чтобы сделать красочное шоу.